Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет у нас видео об идеях, подарках на Новый год своим близким, друзьям, подругам. В общем, вы же знаете, что все самое лучшее, что я нахожу, чтобы были хорошие цена, качество, я сразу же делюсь с вами. И недавно мне прислали такой подарочек, о котором я хочу поделиться. Я зашла на сайт этой компании и просто была вдохновлена всем, что там такой огромный выбор. В общем, сразу говорю. Марк Буш. Кто не знает эту компанию, вот у вас есть возможность ознакомиться. Сейчас я покажу, что они мне прислали. Блин, это так приятно, это так мило. Смотрите, как красивенько. С бантиком. Ой, я когда зашла на этот сайт, там столько всего прикольного, я захотела себе все на свете. Вот теперь я хочу заказать себе... В общем, ладно, потом скажу, что хочу заказать себе там. В общем... Мне прислали, смотрите, в таком мешочечке, браслетик. У них браслеты под Пандора сделаны, очень хороший стиль. Вот, такой вот браслетик. Смотрите, сколько тут всяких штук разных. То есть он полный. Мне прям на мой заказ под мою ручку присылали. Что мне здесь нравится? То, что у меня вообще есть такая штука, может быть, вы знаете, да, у меня даже есть шарнира, вот эти, как они, шармы называются, да, вешаются, и серебряная такая штука, ну, с ней неудобно, потому что как только я ее расстегиваю, все это, короче, разваливается, все шары выпадают, а здесь сделано очень удобно тем, что, когда ты открываешь, вот, ничего не падает, то есть оно становится шире, да, ты одеваешь на ручку, и очень удобно застегнуть также это все одной рукой. В общем, когда мы расстегиваем, идет вот такая цепочка, которая все это сдерживается. Здесь такой идет замочный механизм. Механизм очень интересный. То есть вот открывается вот так вот штучка. Вот здесь такой гвоздик. В серединку он кладется. И закрывается. Все. Мало того, что цепочка висит красивенько так, да? И как бы под вашу ручку очень крепкий механизм. Такие вот шарнирки. Одеваем. Я вообще люблю, на самом деле, Пандора. И, ну, в стиль Пандора очень клево, да. Просто Пандора, она очень дорогой. И, например, я такая, браслеты ношу как бы не часто, чтобы прям постоянно, да. То есть, если бы я одела один браслет, то круто было бы купить Пандора. А так как я, например, ношу там, да, на выход куда-нибудь еще, то мне, например, не обязательно столько денег тратить. Тем более, мне все время хочется обновлять все. И, в общем, вот такой вот. Сильный браслетик, интересно. Вот, дальше. У них, значит, куча вот таких шармов там на сайте разных. И вот такие вот браслетики. Дальше у них куча бижутерии. Смотрите, как что мне прислали. Мне прислали сережки и кулончик. Значит, вот такой вот кулончик. Я специально одела голубую маечку для того, чтобы вам показать, как он будет красиво сидеть на мне. Ну, красота. Сейчас одену. Я счастливая такая. Блин, если бы мне такое подарил кто-нибудь там на праздник какой-нибудь, на Новый год, я вообще была бы, честно говоря, очень счастливая. Ну, мне так и подарили, и я счастливая. И сережки из этой же коллекции. Такие вот бабочки красивые. Да? Тоже оденем. Здесь очень хороший закрывающий механизм. Он сделан как гвоздики. И вот такая вот штучка. Надеюсь, вы успеваете смотреть. Как я вам показываю все. А, теперь вы попасть в дырку. К себе. В ухо. В ушную дырку. Во. Раз. Ой, какая красота. Тут камушки, голубенький камушек. Ну, так красиво. Новый год настает. Смотрите. А вот так. Вообще. Смотрите, как все блестит красиво. Классно, да? Дальше. На этом
В этом магазине есть офигенские трусики, блин, у меня их нет, я их собираюсь заказывать. Они очень классные, они, по-моему, бесшовные, там и там такой котеночек впереди. Вы зайдете, когда посмотрите, я уверена, что вы себе захотите. Что еще классно на этом сайте, что там очень классная система скидок. То есть там, чем больше вы берете, например, да, тем больше у вас прям скидка может быть достаточно большая. Плюс, если вы берете там что-нибудь от 990 рублей, по-моему, или от 1000 рублей, вам в подарок дают часы. И эти часы прислали мне тоже. Я покажу вам, что за часы. Часики тоже, на самом деле, очень прикольные. У меня мама посмотрела, говорит, Лен, какие стильные. Вот такие часики. Вот. Такой вот ремешок. Под кожу. Одеваем. Тоже надо нам все посмотреть, да? Как это будет смотреться на мне. Вообще, я, короче, довольна, потому что я люблю часы, я люблю бижутерию. И вы знаете, очень клево, что это можно приобрести, да, вот так вот, и подарить. Во-первых, ну, прислали достаточно быстро. То есть оно в течение там мне 3 дней пришло вроде бы. По-моему, 3 дня я ждала. Ну, там выходные плюс еще, да? Вот. Ой, вот. Короче, классный, красивый цвет такой. И даже вот с пандоркой. Нормально. В общем, вот такие часики. Здесь механизм, ну, как бы, держит. Вот вам присылают, да, здесь вот держит он батареечку. Эту батареечку, вот эту штучку. Вот мы ее снимаем и нажимаем, и все. И они у нас пойдут. Пока что я не вытаскиваю еще, а оставлю. Вот. Короче, вот такое. Все очень красиво пришло, очень красиво. А, еще здесь, короче, такая штучка. А в этой штучке, знаете, вот мелочи, а так приятно, всякая мелочевочка такая. Вот такая вот, ну, это... Штучка. Короче, моя фишка, вы же знаете, да? Вот такая вот промокательная салфеточка. Не знаю, можно часики ей протирать, очки можно протирать. И вот оно так красиво лежит. Так приятно вообще. Ну, вот мелочь. Заглядываешь в этот пакетик, а там вот такое мелочь, вот такое мелочь. И мне еще прислали письмо. А в этом письме написано. Такое письмо. Сертификат качества от Марк Буш. Поздравляем вас, вы приобрели подлинное изделие Марк Буш. Марк Буш – бренд украшений, созданный американскими дизайнерами из Калифорнии, работающими на модные дома Европы и Америки. Украшения от Марк Буш отличают стильный дизайн, отвечающий современным тенденциям в мире моды, а также безупречное качество. Ну и, в общем, здесь очень интересно написано дальше про эту марку и правила ухода, как ухаживать за изделиями. Вот такая вот штучка. То есть это не халям-балям, это сертификат. О, мой зайчка во сне просто. Во сне. Котенок мой может вот так вот во сне заплакать. Зайка моя. В общем, девчонки, я считаю, к чему это видео, да? Ну, во-первых, похвастаться тем, что мне подарили. Ту-дум, ту-дум. Какая я теперь красивая, вы увидите это не в одном видео еще. И, конечно же, я подаю вам идею на Новый год. Потому что это реально недорого, это реально стильно, красиво упаковывают и дарят, быстро присылают. И, в общем, есть большой выбор и хорошая система скидок. В общем, я ссылки на этот магазин оставлю внизу и отдельно на изделия, если найду эти ссылки отдельно на изделия. Но на магазин точно я оставлю внизу ссылку. Проходите, выбирайте, заказывайте, и я думаю, что вы не пожалеете, потому что я реально очень счастлива, и мне понравилось. Для меня Новый год уже настает. И, ну, как бы, цены. Я всегда смотрю на цены, потому что в наше время, в кризис там и так далее, очень приятно, когда делают скидки, когда можно хорошую вещь купить за недорого. Поэтому я вам рекомендую, одаривайте всех своих близких, радуйте и радуйтесь сами тому, что дарите подарки. С вами была я, Селена Свей. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, само собой. И пока-пока!